Подписчики просили мне рассказать, как отличать оригинальную продукцию Mobil от подделки. Здесь, в принципе, те же самые признаки, что и на 4-литровых канистрах, абсолютно. То же самое QR-код, по которому можно определить на сайте подлинность продукта. Двухсторонняя этикетка на верхней части бочки с клеевым слоем. То есть она за счет клея приклеивается, не за счет статики. Это нормально абсолютно. Еще из признаков основных это крышка, хотя крышка используется та же самая, что используют все подряд, три шура фирмы, но на самом деле здесь есть логотип мобиловский, но только, к сожалению, на крышке, которая большая, она маленькая, это обычно стандартная крышка, которая продается миллионными тиражами. Что касается еще признаков таких явных, обязательно наличие таких вот элементов, которые светятся при ультрафиолетовом свете фонарика. Здесь, к сожалению, эти элементы только на верхней крышке, на верхней, вернее, этикетке, на нижней этикетке этого нет. Нижняя этикетка просто обычная. И, в принципе, наверное, все. Ну и покраска, тут видите, она достаточно хорошо покрашена, бочка, потому что все поддельные бочки, которые встречались когда-либо мне, были покрашены очень стрёмно. Видите, достаточно качественная такая окраска. Видно, что это сделано промышленным способом. Все очень четко. На нижней части бочки находится бач-код, на котором есть полная информация о продукте, месте производства, дата, причем вплоть до минут, часов, минут и секунд, вернее. Тоже обратите на это внимание. Поддельщики зачастую указывают просто дату производства без точного времени изготовления. Но в остальном бочка как бочка, в общем-то ничего тут такого особенного, экстраординарного нет по системе защиты. Просто покупайте в проверенных местах. Потому что бочки мобиловские — это излюбленная вещь для... излюбленная, вернее, позиция для контрафактчиков. Они подделывают их очень часто. Это одна из самых подделанных, наверное, позиций. Мобил 540, 530 и Shell то же самое.